будем готовить куриное филе с грибами. Нам понравятся грибы. Еще. Филе. Сыр. Майонез. Соль, перец. Морж. Первым делом мы готовим филе. Для начала нам нужно отрезать шишки по краям. Теперь делаем приправу. Для этого понадобится соль и перец. Смешиваем это все. Теперь готовим шампиньоны. Теперь надо разогреть грибы! Теперь трем сыр, для этого нам понадобится тетка! Теперь смешиваем все ингредиенты, грибы и сыр, и кидаем это на филе. Теперь нам нужна фольга. Теперь ставим крышку. Теперь подключаем к сети. Теперь вырубаем адское пламя и задаем его на 20 минут. Посуду. Чай. Жрать подано! Приятного аппетита мне! Первым делом начинаем отрабатывать! Теперь будем сыпать соль и перец с двух... Теперь смешиваем все ингредиенты, грибы и сыр. Теперь трем сыр на...